Здравствуйте. Новый анекдот. Летит в сторону Америки гиперзвуковая ракета российская. Навстречу пролетает американская. Вот. Ракета российская разворачивается, догоняет американскую и спрашивает: ты куда летишь? В Москву. А почему без маски? А зачем нужна маска? В Москве карантин, без QR-кода и без прививки, QR-кода и маски туда не пустят. Вот. А ты куда летишь? Да я в Америку. Вот. Ну а что мне теперь делать? Ну что, надо домой вернуться. Маску, прививку сделать, маску одеть, и снова можешь обратно лететь. Ну, у меня и топлива не хватит. Ну, давай я тебя возьму на буксир. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.